Всем привет, друзья, на связи мой компьютер. А вы знали, что жесткие диски появились за 15 лет до изобретения обычных дискет? Прародителем первого HDD стала компания IBM с ее детищем модель 305 RAMAC. Это устройство имело действительно исполинские размеры, весило почти тонну, если быть точным, 970 кг. И сама система состояла из 50 алюминиевых пластин, покрытых ферромагнетиком. Вплоть до конца 70-х годов жесткие диски оставались прерогативой крупных промышленных компаний и государственных учреждений. В обычных домашних ПК использовались большие 5-дюймовые дискеты, пока в 1980 году на рынке не появилась всем известная компания Seagate, которая первая в мире выпустила свой жесткий диск для потребительского рынка. Устройство Seagate получило неброское название ST506 и монтировалось на место флоппи-дисковода. Оно было всего на 5 мегабайт, и это были очень дорогие 5 мегабайт, каждый из которых обходился конечному пользователю в $340, а общая цена этого жесткого диска составляла 1700 баксов. С тех пор все изменилось. Жесткие диски все чаще стали использовать как файлопомойку в обычных ПК из-за их достаточно низкой стоимости. А SSD последние 5 лет все больше их давят и устанавливаются в обычные сборки, в игровые сборки, в планшеты, в ультрабуки и так далее. Но жесткие диски не сдаются. И в этом видео мы поговорим про 14 мифов, связанных с жесткими дисками, накопившихся за их многолетнюю историю. Поехали! Первый миф. Жесткие диски больше не развиваются, и SSD скоро вытеснят их с рынка. На самом деле, жесткие диски развиваются постоянно. Еще 10 лет назад их объем в домашних ПК не превышал 1-2 терабайта, а сейчас можно купить решение объемом и 14, и даже 16 терабайт. Причем на этом прогресс не останавливается. Новые типы головок и пластин должны позволить Seagate получать накопители с объемом аж в 20 терабайт через пару лет. Конечно, в различных тонких устройствах типа мини-ПК и ультрабуков жесткие диски были полностью вытеснены SSD, но в серверах доля последних просто ничтожна, ибо там нужно хранить огромные объемы данных, а вот высокие скорости в общем и целом не столь нужны. Поэтому HDD начнут умирать только тогда, когда цена за гигабайту SSD станет ниже или хотя бы на том же уровне. А до этого еще очень долго, хотя в последнее время твердотельные накопители становятся все более и более дешевыми, но все еще как минимум в 4 раза дороже. 8 рублей гигабайт против 2 у HDD. Второй миф. При полном форматировании жесткого диска с него стирается вся информация. Это очень опасный миф для тех, кто хочет стереть с диска конфиденциальную информацию, но при этом не уничтожает сам накопитель. На деле и при быстром, и при полном форматировании жестких дисков средствами Windows происходит всего лишь создание оглавления заново. С той лишь разницей, что при полном форматировании к тому же происходит проверка диска чтением, такое же, как и при выполнении команды scan-disk. Поэтому восстановление информации с отформатированного таким способом HDD проблем не создает. Но что делать, если вы хотите гарантированно удалить с него данные? Для этого есть специальные утилиты, такие как HDD Low Level Format Tool или Paragon Hard Disk Manager, которые записывают во все сектора диска нули или единицы, то есть они полностью перезаписывают все данные на HDD. Да, это процесс крайне долог, и для накопителя объемом 1 терабайт может идти целые сутки, но это единственный способ гарантированно уничтожить следы записанных на него данных, если не считать его физическое уничтожение. Третий миф. Внутри жесткого диска вакуум, а сам он герметичен. На самом деле внутри диска просто обязан быть газ, так как сам его принцип работы таков, что головки плывут на определенном расстоянии над вращающими пластинами на воздушной подушке. Поэтому очевидно, если бы внутри был вакуум, то такой процесс был бы невозможен. Что касается герметичности, то это полуправда ближе к мифу. Да, существуют наполненные гелием HDD для меньшего трения, которые действительно герметичны, но следует понимать, что это достаточно редкие и дорогие решения с объемами обычно больше 10 терабайт.
Обычные жесткие диски на 1,4 терабайта заполнены вполне привычным нам воздухом и имеют полупроницаемые мембраны для выравнивания давления, которые при этом не пропускают внутрь диска пыль. Так что в общем и целом герметичность HDD — это миф. Четвертый миф – жесткие диски должны работать строго в горизонтальном положении. На самом деле, современным жестким дискам без разницы, есть ли гравитация или нет. Как я уже говорил выше, их головки поддерживаются на определенном расстоянии от пластин воздушным потоком, который они создают, а ориентируются головки по специальным сервометкам. Поэтому жесткие диски будут без проблем работать хоть в космосе, хоть на боку и даже головками вниз. Миф номер 5. Отключение питания работающего жесткого диска убивает его. Разумеется, инженеры при проектировании HDD учитывали сбои в питании и предусмотрели защиту пластин. Чаще всего за это отвечает пружинка, которая при исчезновении питания чисто механически отводит головку от пластины, так что никаких физических повреждений не будет точно, а вот потерять данные возможно. Шестой миф. Пластины в жестких дисках раскручиваются только для операции чтения или записи, в другие моменты они неподвижны. Очевидно, этот миф идет из-за меняющихся со временем звуков от работающего жесткого диска, однако на деле после подачи на него питания пластины не останавливаются никогда, сразу по двум причинам. Во-первых, на раскрутку тратится больше энергии, чем на поддержание вращения. Во-вторых, пока пластина не раскрутилась, головка не может считать с нее данные, а ведь время на раскрутку в лучшем случае составляет сотни миллисекунд. Это слишком много и точно вызвало бы существенные фризы в работе системы, которых на деле нет. Седьмое. Форматирование приводит к появлению сбойных секторов на диске. Пластины — это не флеш-память с ограниченным числом циклов перезаписи, так что при форматировании HDD их ресурс не расходуется. Хотя при этом изнашивается сама механика накопителя, но это уже другой процесс. Но почему тогда после форматирования число сбойных секторов может увеличиться? Все просто. Полное форматирование, как я уже сказал выше, проводит в том числе и проверку HDD. При этом процессе ошибки не появляются, а проявляются. Восьмой миф. Отключение поддержки Smart в BIOS ускорит работу HDD. На самом деле это не так. BIOS не может повлиять на поведение контроллера HDD. Более того, в Windows вообще не используются функции BIOS при работе с жесткими дисками. Единственное, что делает включенная опция Smart в BIOS, так это позволяет ему считывать определенные характеристики накопителя, и если они выходят за рамки допустимых, то BIOS об этом предупредит. С таким же успехом информацию Smart можно узнать из специальных программ в системе, поэтому отключение этой опции абсолютно никак не повлияет на скорость работы HDD. Девятый миф – низкоуровневое форматирование чинит поврежденные сектора жесткого диска. Увы, это не так. Сбойные сектора — это не залипшие пиксели матрицы, и раскачать их не получится. Они навсегда выведены из строя, и единственное, что делает низкоуровневое форматирование, так это находит их и переназначает на рабочие сектора из резервной области. Разумеется, это несколько снизит скорость работы накопителя, так как головке теперь приходится скакать туда-сюда между различными областями диска, даже при, казалось бы, последовательном чтении, но зато продлит ему жизнь. Десятое. Ударопрочные корпуса для жестких дисков действительно работают. Это отличный пример маркетинга на уровне пленок на мониторы для защиты от излучения. На практике такие прорезиненные чехлы лишь красиво выглядят и могут снизить вибрации от работающего HDD, но от поломки при падении они его не спасут, ибо крайне незначительно снижают перегрузку при ударе. Включенному современному высокооборотистому жесткому диску достаточно высоты падения в 10-15 см, чтобы гарантированно выйти из строя. Жесткие диски не любят сильные вибрации и падений, поэтому никакие чехлы и прорезиненные бамперы здесь вам не помогут. Продолжаем. Одиннадцатый миф. Если жесткий диск работает плохо, постучите по нему, это поможет. А еще лучше, включите и потрясите, это гарантированно отправит вас в магазин за новым диском, который уж точно будет работать хорошо. Как я сказал, HDD — достаточно нежная техника, и любое механическое воздействие может вывести его из строя. Ладно, пошутили и хватит. 12-й миф — если на диске написано, что он проработает 10 тысяч часов, то значит его точно хватит на 5 лет непрерывной работы. Примерно 2% таких HDD выйдут из строя уже через год.
Тут следует понимать, что производители лукавят. Если для SSD указывается гарантированное число циклов, после которых флеш-память будет деградировать, то для жестких дисков указывается предположительное время его жизни. Сколько проживет именно ваш жесткий, никто не знает. По итогам 2018 года общий показатель отказов в годовом исчислении оказался очень хорошим, всего 1,25%. Для сравнения, в 2013 году цифры были в 5 раз выше, а некоторые модели Seagate тогда сыпались вплоть до 25%. Особенно критичными для дисков Seagate тогда стали второй и третий годы эксплуатации. Лучшими эксперты признали жесткие диски от компании HGST. Первоначально это была дочерняя компания Hitachi. В 2015-м ее купила небезызвестная Western Digital, а в 2018-м компания объявила, что продукты HGST в дальнейшем будут продаваться под брендом Western Digital. Кстати, напишите в комментариях, какой модели и сколько уже прожил ваш винчестер. Миф 13. Можно спасти данные из сломанного жесткого диска, переставив из него пластину в рабочий. Как говорится, блажен кто верует. Вам нужно найти не только точно такой же жесткий диск, но еще и с такой же прошивкой контроллера. К тому же сам процесс нужно производить в чистой комнате. И нет, ванная тут не подойдет. Нужна настоящая чистая комната без пыли и специальная одежда. Есть ли у вас это все? Думаю, едва ли. Ну и последний в списке, но не последний по актуальности. 14-й миф. Чем больше объем кэша у жесткого диска, тем быстрее он будет работать. В общем и целом это правда. Если взять два одинаковых диска, но DDR-кэш у одного из них будет больше, то он будет работать несколько быстрее. В операциях чтения прирост будет около нулевой, а вот при случайной записи вполне может достигать десятка другого процентов. Но опять же, объем кэша это лишь одна из характеристик HDD, а ведь есть еще скорость вращения, количество пластин, различные прошивки контроллеров у разных жестких дисков. Так что обращать внимание только на кэш не стоит. К примеру, игры с жесткого диска, имеющего 128 мегабайт кэша и 5400 оборотов, будут грузиться медленнее, чем с накопителя с 64 мегабайтами кэша и 7200 оборотов. Как видите, мифов о жестких дисках хватает. Знаете какие-либо еще? Обязательно напишите об этом в комментариях. Это было 10-е видео из рубрики «Мифы компьютерного железа». Если вы не смотрели наши прошлые ролики, обязательно загляните на канал, подпишитесь и посмотрите мифы о видеокартах, процессорах, оперативной памяти, блоках питания, материнских платах, SSD, аккумуляторах и так далее. Ссылки на подбор жестких дисков и SSD на e-каталог я оставлю в описании. На этом все, друзья. С вами был Михаил Крошин и канал «Мой компьютер». Не забудьте подписаться на нас в социальных сетях и жмякнуть лайк на этом видео, если оно вам понравилось. Всем высокой производительности и низких температур. До скорых встреч!